Реальность, она лучше. Поздравляю. Прибило тебя, не? Ну ты, блин. Жгун, вот он жгун-то. Виртуальная реальность. Не чувствуется совершенно. Скорость не чувствуется, ты лучше. Заменил батарейку. Посадку будешь изображать. Взрослые при том. Не, вот когда ты полетел в сторону высоковольтных, я там реально. Да, потому что ты там где-то такие вообще... помехи пошли, кстати. Так ты мне, ну, конечно. Провода попал. Да, ты через провода пролетел. Я думаю, ты был, наверное, метрах в 5 от проводов. Ну, еще бы там помех не было. Было бы удивительно. 110 киловольт, фигня. Конечно, там, блин. А мы еще говорили, Юра страшно летал. Да, так, а понимаешь, в чем дело? Равняться не на кого было. Разъем не попадает. Руки вот так вот. Ну ты видео там выложишь, нет? Да зачем? Я? Ёберный театр. Главное, чтобы я выложил. Надо было очки у тебя снять, да посмотреть. Ага. Покури, Вадим, покури. Кофе, сигару. Кресло. Хорошо полетал. Лучше матрас. Ты так не летаешь, как Вадим. Ты пацан по сравнению с Вадимом. Слушай, у тебя руки тут трясутся, вот реально. Первые разы вообще страшно. Нормально, потом привыкнешь, когда уже будешь чувствовать высоту и скорость. Это как петлю ты его. Смотри, скорость. Петлю как первый раз сделать. Да. Скорость хорошо. Или с Яном полетать. Большой. Можно идти первый раз. Ты как бы... У нас же есть огромный плюс. Да. Ну ты красавчик! Когда я, кстати, это по лойтеру летной и по лойтеру. Ну что, у тебя не работает? У тебя так низко, у тебя тебе будет все капец. Да. Ты метров на 50-60 задирал. 55 метров. О, я же говорю, блин. Ну, то есть, смотри, низко, когда я летал. Нет, я не... Теперь Семен полетает еще. Когда я летал на 14 метров, это был...